Когда человек собирает информацию перед поездкой, какие-то интересные места посетить, да, что-то, какой шопинг там произвести в данной стране, нужно обязательно поинтересоваться, какие опасности для здоровья таит та или иная страна. Эту информацию можно почерпнуть на сайте Роспотребнадзора нашего. Ну, например, желтая лихорадка. Это заболевание прививаемое. Ну и другие есть прививаемые инфекции, например, холера, брюшной тиф, менингококковая инфекция, гепатит там А и Б и так далее. Если есть вакцины против этих инфекций, надо привиться. Есть страны, где есть, например, масса паразитарных инфекций, да, глистных инвазий, да, и так далее, и так далее. Все это легко выяснить. В мир современных технологий это вообще не проблема, если человек заинтересован сохранить свое здоровье и хорошо отдохнуть.